как я устала. Франц? Франц? Матильда? Матильда? Вот так встреча. Что ты здесь делаешь? Ich fahre nach Berlin. Еду в Берлин. Bist du allein ohne deine Frau? Ты без жены? Und wo ist Martha? А где Марта? Марта? Марта... Марта ist Марта осталась в Берлине. Und was а ты что делаешь в Минске? Eine конференция. Mensch, wir fahren doch zusammen Слушай, nach Berlin. Так мы ведь вместе едем Toll. В Берлин. Ja, ja. Здорово. Да-да. Was что du? Же ты стоишь? Ja, нам was. Пора. Ist das dein Koffer? Это твой чемодан? Nein, nein. Das ist нет, meine. Нет, это чей-то. Dann gehen wir. Тогда пошли. Санта-Клаус подарил. А где Франц? Уехал. Куда уехал? В Берлин. Как уехал? А ты кто? Ты убил Франца? Да, да нет, он оставил свой чемодан и уехал с какой-то немкой. Послушай, на, позвони своему Францу, только не кричи, я тебя умоляю. Только этого послушай, мне не хватало. Послушай, не кричи, все же нормально. Что нормально? Где нормально? Ты жива-здорова. Ну, одета, правда, легко, но мне в машине найдется что-нибудь. Верни меня к Францу. Хорошо. Поехали со мной, и ты сможешь позвонить своему Францу. Угу. Я не знаю тебя, и ты вор. Ну, что ты предлагаешь? Раздетый по Минску будешь, что ли, бегать? Ты извини, но другого ничего не нашлось. Ты сама откуда будешь? Из Москвы. А что в чемодане делала? Не твое дело. В Германию ехала, паспорт украли. Такие же проходимцы, как ты. Ну, паспорт можно и новый сделать. Франц не мог подождать? Значит, не мог. Мы хотели Новый год начать вместе. Он без жены, а я без нищеты. Так ты решила жену подсидеть. По крайней мере, я не ворую людей в чемоданах. Конечно. Ты же в них путешествуешь. Вор-неудачник. Слушай, я на твоем месте спасибо бы сказал. Тебя могли и бомжи подобрать. Спасибо! Ты мне жизнь сломал. Проходи на кухню и ставь чайник. Только чая твоего мне сейчас не хватает. И этот человек говорил мне про бомжей. А, хозяйка ремонт не закончила. На, звони своему Францу, а я пока поесть приготовлю. Алло? Что происходит, Франц? Ты где? Вы ошибаться. Алло, это я, Маша, я не ошиблась. Как же так, Франц? Алло. Франц, это я, Маша, я не ошиблась, слышишь? Ошибка, auf Wiedersehen, до свидания. Алло.
же так? Он меня бросил. Я тебя прошу, не плачь. Мы же договорились. На, выпей воды. Мы что-нибудь придумаем. Правда? Правда. Ты пока иди умойся, а я тебя потом белорусскими драниками накормлю. С мясом и грибами. Сложно что-то придумать на голодный желудок. Вот сейчас поедим и обязательно найдем выход. Ты знаешь, Маш, я не очень люблю готовить. А сегодня почему-то сделал драники. И тут ты. Маша. Извините, извините, это мой гость. Она заблудилась. Так, ну, забирай его домой. Че, он порядок нарушает? Я гость. Я заблудилась. Извините, я обознался, это не мой гость. Как это не твой? Я твой. Так, тогда это наш гость. Нет, я его гость. Так, гость или не гость? Извините, я обознался. Друг, друг, не бросай меня. Не бросай. Извините. Ты не бросай. А я не заяц, я белочка. Ты куда убежала? Не твое дело. Не хватало, чтобы меня еще за похищение человека посадили. Какая разница, за что тебя посадят? Разница есть, поверь. Слушай, а купи мне билет в Москву, а деньги тебе потом вышли. Я бы рад, да только с клиентами сегодня не везло. Одна мелочь и девушки в чемоданах. Зачем ты вообще его взял? Я об этом думаю. Подожди. Что? Пойдешь грабанешь кого-нибудь? Смешно. Ну так придумай что-нибудь. Подавай, не филонь. А ты поприличнее работу не смог найти? А ты думаешь, в Германии будешь сидеть в джакузи и ничего не делать? Вагоны разгружать точно не буду. О, да Франц первый же тебя заставит работать. Уж я там был, я знаю. Ой, что ты знаешь? Многое. Франц нежный человек, интеллигентный. Настолько интеллигентный, что закатал тебя как рыбу в банку. Да ты мне завидуешь просто. Завидую? Завидую чему? Что меня не увезли в тартарары? Да, не увезли к нормальной жизни. Ты ничего не понимаешь. Ты понимаешь. Долго еще? Шагай, шагай. У меня ноги болят. Запрыгивай на спину, подвезу. Тебе ж тяжело будет. Как хочешь. Стой! Оп. Я прям как королева. Королева чемоданов. Тебя в цирк или в зоопарк? На вокзал. А хочешь тебе песенку спою? Какую? Про маленькую лошадку. Глупая песня. А мне нравится.
Купил билет? Немного не хватает. И что делать? Подумать надо. Только недолго, а то вы любите, мужики, долго думать. Лучше долго думать, чем не подумав делать. Что-то не особо думал, когда мой чемодан прихватил. Ну, скажем, ты тоже не особо голову ломала, когда на готовенькое собралась. А я, может, фирму открыла бы. Хорошо. Раз ты такая деловая, найди нам работу. И что ты думаешь, не найду? Найду. Найди. Найду. Найди. Найду. Как-то мы нехорошо поговорили. Прости, я просто никогда по душам не разговаривал. И ты меня извини. Я просто чуть с ума не сошла. Ехала в Германию, а застряла в Минске. Не переживай, все будет хорошо. Я уже не уверена. Если бы он тебя по-настоящему любил, то не засунул бы тебя в чемодан. Я, наверное, глупая, да? Ты замечательная. Дура чемоданная. Ты, наверное, очень одинока. Я тебя обидел? Нет, нормально все. Красивая елка получается. Надеюсь, на билет хватит. Ну вот и все. Скоро твое злоключение закончится. Даже не верится. Ты прости, если что не так. И ты. Да. С наступающим тебя, кстати. И тебя тоже. Маша? Маша! Франц? Наконец, я нашел Франц! Тебя, я находил тебя. Я только теперь понял, как я тебя люблю. Я вернулся. Но почему ты меня бросил? Как получилось, но это было, как знаешь, дум-дум-хать, затмение. Судьба проиграть наши чувства, это хорошо. Ну как же так, Франц? Послушай, у нас очень мало времени, посмотри, очень мало времени, и как нам надо Я уже чуть не потеряла веру в людей, Франц. Маша, все хорошо. Я даже покупать новый чемодан. Пока никого нет, давай, полезай внутрь. Милая, только так мы можем быть вместе. Я, наверное, поправилась от драников. Ты поправилась за один день.
Маша, главное правильно поместиться. Смотри. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь главное вовремя поджать живот. А драников надо мало кушать. Лучше кушать салат. Кошелек выпал. Точно. Спасибо. Пожалуйста. Молодой человек, а что ж вы такой грустный? Новый год же. А пойдемте с нами на елку. Спасибо, несколько. Ну так загадайте желание. Новый год. Пойдем. Ну, ну пойдем. Пойдем. Подумала, что я теряю что-то важное в своей жизни. А я загадал, чтобы ты обращайте внимание. Мне самому неудобно. Авария, вот пришлось на поезде.
А что случилось? Дождь был. Ночью еще подморозило, вот он и вписался в поворот. Гнал, думаю, не успею. Как говорится, не спеши на чужие похороны, чтоб на свои не попасть. Похороны? Кто-то близкий? Не так, чтобы очень. Отец. Отец? Сочувствую. Лодка старая. Может, просто погуляем, а? Лёшка, картошка. Нет, пап, ты обещал. Ну да. Ну, прыгай. Сочувствие. Когда позвонили, что отец умер, вначале что-то ёкнуло, сейчас никак. Честно говоря, ехал убедиться, что он сдох. Осуждаете? Нет. Понятно же, что любили отца. Что? Ну, не сейчас, но в детстве, например. Он предал нас. Бросил маму меня, мне 10 было. Мы на лодке однажды. Знаете, как это бывает? Весна ранняя, вода ледяная. Не то чтобы плыть даже, дышать тяжело. Он сам тонул, а меня на поверхность. Потом чувствую, нет его рук. Страшно. И знаете, что лучше бы тогда? Лучше бы, чтобы не откачали его. Он герой был бы, а не урод. Значит, любил. Может быть, я тогда и любил его. Только важно, что сейчас. Нет, он вас любил. Любил. Той же весной нас и бросил. Если хочешь, сам.
совсем. Что это значит? Может быть, какое-то время он меня и любил, пока не забыл. Пару раз в школу встретил, позвонил. Потом все, ни слуха, ни духа. Последний привет. Алименты в день 18-летия. Вот подлец. Послушайте, кем бы он ни был, он все-таки мой отец. Поэтому не вам его судить. Нет, но вы же мне все рассказали. Почему? Что я вам рассказал? Подлец и есть. Вы ничего не знаете. Вообще он веселый был. Матери день рождения, его нет. Она плачет, как обычно. Тут стук в окно. Откройте. У нас 8-й этаж, между прочим. 8-й этаж? Да. Да, отец. Выпивший немного букет роз, с работниками этой подъемной машины договорился и вваливается. С днем рождения, любимая. Дурак. Мочить в обморок не грохнулся. Как она лупила потом его этими цветами прямо по лицу. Бьет и плачет. А он? Ушел. Вернулся под утро. Я голову подушкой закрыл, чтобы не слышать, как они ругаются. Они все время ругались. После того случая на лодке стоял на балконе и смотрел, как он уходит с чемоданом. Все дальше, дальше. А он так ни разу не обернулся. Бывает, в жизни наступает момент, когда кажется, что лучше уйти. Кажется. Когда-то у меня была жена, красавица. Все завидовали. Я поверить не мог, что она моя, дышать боялась. Вот как? И что? Вам овсяная каша нравится? Нормально. А я вот ее не переношу. Не нравится, не ешь, все просто. Да нет, нет, не все так просто. Моя жена каждое утро готовила на завтрак овсянку. Знала, что меня воротит, и все равно. А зачем?
Зачем, не важно. А вот почему я каждое утро запихивал в себя эту кашу, которую ненавижу, приготовленную женщиной, которая меня не любит. Ну, понимаю. Ребенок. Я надеялся, что все изменится, что ребенок нас сблизит. Ну вот, вы ради ребенка. Да, терпел. А потом ушел. Я уходил не от сына, а от женщины, которая меня не любила. Видел, как ей трудно со мной. Решил дать ей свободу и избавить сына от этих наших ссор бесконечных. Тогда мне казалось, что поступаю правильно. Сейчас не знаю. Я ведь не думал, что она может остаться одна. Понимаете, если женщина несчастлива и знает, что ребенок для вас это все, она будет нажимать на это ваше слабое место снова и снова. Не будет давать встречаться. Давать телефону. Показывать письма. Описать. Выросшего без тебя человеку. Думаете, не пробовал? Не грусти, Алёшка, картошка.
Подождите! Подождите! Откуда вы узнали, как меня зовут? Я же не говорил вам свое имя! Живой вроде. Ну и куда мы так мчались? К папе. На похороны. Ну что, успел? Успел. Рядом авария на мосте 40-й километр. Серый аудио перевернутый. Как понял, прием. Спасатели вызывай. Скажи, сами не вытянем. Ему ноги зажал. Всем внимание. М1, 40-й километр. Бригада медиков, да. МЧС, есть по трудам. Как поняли, прием. Что там? Все нормально. Еду. Давай, давай. Дождь идет. А знаешь как? Это просто вода, которая испарилась, потом собралась в облаках и упала на землю. Потом опять испарилась и снова выпала. Странно, да? Получается, что в небе тоже есть лужа. Когда я это сказала в школе, мне сказали, что я тупая. А я им сказала, что они сами тупые. А потом, когда никто не видел, спрятала сумку с самой умной в туалете. И только к концу уроков нашли. Ну и кто из нас тупой? Алло? Что, алло? Нет, мам. Что, нет, мама? Я уже иду. Ты нет, что, послушай, мама. Дома была, иду. Алло? Блин. Повесила трубку. Кричала. Почему она всегда кричит? На тебя и на меня. Со взрослыми она по-другому разговаривает.
тети Олей там. Пошли скорее, а то мало ли. О чем ты мне сейчас говоришь? Да не буду я ничего читать. Нет, тебе нормально рассуждать? У тебя муж работает, деньги приносит. Ты можешь целыми днями в интернетах сидеть. Достало все. И работа это, и жизнь дурацкая, и ребенок бестолковый. Явилась. Я перезвоню. Ну что, походу ноги я тебя никогда не научу вытирать. Давай раздевайся, пока все не остыло. Скажи мне, пожалуйста, я просила тебя в кухне убрать, как со школы придешь? Просила? Это сложно было сделать? Это очень сложно было сделать. Каждый раз одно и то же. Давай раздевайся, я на работу опаздываю. Достала уже. Ушла. Опять злится. Придет поздно. Папа бы на меня не орал. Он любит гулять. Помнишь, как он приходил 3 года назад? Мы ведь день гуляли. Помнишь? Блин, опять будут орать на нас. Как думаешь, в свободное время люди думают друг о друге или только о себе? Я вот еще о тебе думаю, а другие. Этот грамм подойдет? И дайте каких-нибудь собачьих вкуснях. А что ваша любит? Я не знаю. Я обычно эту ерунду не покупаю. Уши сушеные возьмите. Хрустят. Моя еще больше обрадуется, чем собака. Вчера звонила папина сестра из Италии. Она там работает парикмахерской. Я тебе говорила. Она сказала, если я буду хорошо учиться, то позовет меня к себе на каникулы. Мама не верит, а я думаю, позовет. Если только химица все не запорит. Она меня просто ненавидит. А я ненавижу химию. У нас взаимная реакция.
конечная остановка. Молодой человек, конечная остановка. Алло, Серега? Серега, еду. Еду, да блин, проспал. Ну все, я еду. Ну как проспал трамвай, да, остановку. Давай, все, я еду. Взял. Осторожно, двери закрываются. Подождите, успели. Да, побежали, на заднюю площадку. Алло. Серега? Слышь, да сейчас я приеду. Серега, знаешь, кого я встретил? Аньку встретил. Ну, Анька, помнишь, такая черненькая бегала за мной все? Слышишь, я с ней приеду. Да спорим, приеду. Как не получится. Да чё, полчаса я она с нами. Все, давай, полчаса. Давай. Привет. Сколько зим, сколько лет. А я там, главное, смотрю, ты не ты. Ты изменилась. Похорошел. Ты что, не узнала меня, что ли? Эй, ну что ты молчишь? Ну скажи что-нибудь. Не хочу с тобой разговаривать. А что так? Что же случилось? Пару лет назад со слезами на глазах любви клялась. 4. Что 4? 4 года прошло. У тебя с памятью что-то стало. Пьешь, наверное. Чё это я пью? И память у нее то, что надо. Замужем? Да. И как? Отлично. Лучше всех. Где живете? В квартире. Трехкомнатной. Машина есть? BMW. Ребенок? Девочка. 3 года. Не жизнь, а сказка. Муж, квартира, БМВ, да еще и девочка 3 года. Какая чушь. Хотя, если бы дочке было действительно 3 года, это было бы уж забавно. Получается, она могла быть только от меня, если я не ошибаюсь.
следует в парк. И откуда ж вы так поздно? И почему трамвай? Это не твое дело. А муж не ревнует? Нет. Он у меня умный. Не то, что некоторые. Ха, не то, что некоторые. А значит, тупой, да? Я тупой. Тупее, чем муж, которого нет. Муж, которого нет... Это тебя не касается. А знаешь почему? Потому что ты до сих пор меня не можешь забыть. Тебя? Да. Да я всю ночь с друзьями был. Да у меня кроме тебя никого нет. Подожди, я только за сигаретами сбегаю. 4 года бегал. Да ладно, ну... Слушай, ты извини. Ну извини, что я тогда пропал. Так получилось, я не хотел. Ты вообще знаешь, что со мной было, а? Ты за все эти годы даже не поинтересовалась. А ты ведь чуть не погиб, да? Заболел, дела. Кому ты лапшу вешаешь? Господи! Неужели на это еще кто-то ведется? Ты ж как был балбес, так и остался. А вот это тебя не касается. Потому что в своих руках я уже давно уважаемый человек. И деньги, которые я периодически зарабатываю, я думаю, ты даже в руках не держала. Вот смотри, это за неделю нормально? На, держи. А ты девушкам платить привык? Да чё ты, бери, бери. Я ж по-хорошему. На, поживёшь. А я и так живу. Чё моё ерунде? Поехали со мной, расслабимся немного. Никуда я с тобой не поеду. 4 года прошло. Ну что ты заладила? 4 года, 4 года. Ну все, прошло и прошло. Вот он, я здесь. Поцелуй меня. Ну поцелуй. Я же знаю, холодно небось одной без мужика-то, а? Без мужика-то плохо, наверное. А ты не беспокойся за меня. Я же знаю, что ты все равно меня любишь. Да пошел ты. Думаешь, ты пропал, у меня жизнь остановилась. Не остановилась, жизнь дальше идет. Это ты каким был, таким и остался. Наверное, всегда таким будешь. Поздно уже. Откройте, пожалуйста. Откройте!
Я не приеду. Стоп, Ваня. Играй, пожалуйста, по нотам. Давай еще раз. Окей? Чё, полетать захотел? Мало? Ты, наверное, какое-то неправильное кино смотрел. Если прыгать будешь, то это туда, в другую сторону. Костюм где? Ну что, давай на счет три. Раз, два. Чё замер? А тебе зачем прыгать? За компанию. Да? Да-да-да. Где я? А где я? Да мы тут полетать собрались. Ага. Через сколько? Хорошо, хорошо, все, буду. Угу. Давай.
Ну, извиняй, старичок, сегодня без меня. Вот ты говоришь гадости свои, а извиниться тебе за них будет слабо. Тебе гордость не позволит. Ты думаешь, что я не понял, что тебе никто не звонил? Куришь? Нет. Чё, спортсмен? Проблемы со здоровьем. Ну и чё, у тебя болит? А это не твое дело. Да. Да. На сердце боль, взгляд смотрит в небо и ждет ответа. У тебя не жизнь, а песня. А ты что-то имеешь против моей жизни? Просто не могу смотреть на твои кривляния. Хочешь совет? Иди пока дядя там. Кто добрый? Ты? Я что-то не заметил. Стой! Ты извиняй, я же не со зла. Да не слабо мне извиниться. Иди садись. Садись. А что бы ты делал, если бы узнал, что скоро умрешь? Ну, с моста бы точно не прыгал. А что бы тогда? Как тебя зовут? Дима. Понимаешь, Димон, вот если бы кому-то там наверху захотелось, чтобы я умер, и он выбрал для этого определенное время, я бы не стал торопить события. Это неинтересно. Да? У тебя есть мечта, Димон? Я хотел бы быть нужным. А у тебя? А я бы сейчас от пивка не отказался. Выпьешь со мной? В смысле? Ну, в прямом. Знаешь, где тут ночник ближайший? На вокзале должен быть. Короче, сделаем так. Это что? Никак не могу привыкнуть. Так, держи. Держи, возьми два пива. Сигарет возьми и что-нибудь похавать. Ну все, вставай, дуй. Давай, быстрее, а то сейчас дождь начнется. We'll be right back.
Дима, что это? Заработал. Где заработал? Дима. Мам, ну ты чего? Неужели я не могу заработать? Возьми, они нам нужны. Они лежали на земле у вокзала. Я решил взять. Что? Что ты делал на вокзале? Да ничего, просто. Давай, ну! Оп! Еще, ну, еще! Супер, все! Спасибо! Спасибо! Давай, бро! Может, сигареты есть? Да, Вань! Спасибо большое! Спасибо! Слушай, можно с тобой сфотографировать? По-быстрому! Нет. Ну, пожалуйста. Нет, извини. Ну, почему? Ну, да хоть с тобой пообнимаюсь, что ли. Ребят, заберите его. Чё там? Дружище, слышь? Ты чё маленького обижаешь, а? Я тебя спрашиваю. Вы забрали его? Он же пьяный. Ты чё такой дерзкий? Хочешь проверить? Да, хочу проверить. Погасти его! Чего? Туберкулезно. В смысле? Тебя побили, что ли? А поезд ударился. Какой поезд? Братан, не тупи, дай выпить. Че так долго-то? Хотел маме твои деньги отдать. А что, деньги нужны? Ну, не знаю, как у тебя доход, но у нас совсем денег нет. Сейчас еще обследование, эти таблетки. Что, много денег надо? Много. На, держи, в ломбард заложишь, должно хватить. Я не возьму. Бери. Принимай все, что тебе дает Вселенная. Я тебе
тебе еще сдачу хотела дать. Да мне погода твоя сдача не сделает. Дают, бери, бьют, бей сильнее в ответ. Я с тобой не согласен. Мне долго так руку держать? Слушай, ну а чем ты занимаешься вообще? Да, учусь. Там музыку, может, слушаешь какую? Да, ничего такого нет. Ну, пишу иногда. А что пишешь? Стихи. А ты? Ну, я тоже. Можешь что-нибудь прочитать, пожалуйста? Ну, правда, интересно. Ага. Что бы тебе прочитать такого-то? Ну, хорошо, хорошо, давай. Ох, ну, бит сделаешь мне? Что сделать? Ну, бит, ну... Можешь сделать? Нет, ясно. Ну, слушай. Опять ты за свое, а я все не могу найти место. Знаешь, воспоминания детства, да, я все так же продолжаю искать рифмы и песни. Горы запутанных мыслей, изливая в тексты. Дым, не молчи. Нет причин. Полупустой портер, актер стирает грим. Всего один, как свеча догорает. Его роли больше нет. Эта роль больше не играет. И вот он, перед тобою на коленях стоя. Последний выход главного героя. И пусть минорные ноты его души не оставляют зрителей в покое. Работа за гроши. Наша жизнь — это сломанные виражи. Шаг влево, шаг вправо, и ты одержим. Всего один, как свеча догораешь. Лишь один неверный шаг, и ты роли больше не играешь. Не написать, мысли сожженными станут позже. Бывает так, что сказать слово очень сложно. Бывает так, что тошно. Может, я в прошлом? Может, забыл, что мне дороже? Тоже мне. Ну, давай, теперь ты. Что я? Ну, прочитай что-нибудь. Ладно. Нелегко сегодня жить, не сладко. Но прошу, родная, не грусти. Знаю я, ты молишься украдкой о хорошем на моем пути. Мама, если я не верю в Бога, подскажи мне, у кого тогда просить мне радости немного для тебя на долгие года. В мире этом, ну кому я нужен с тонкими тетрадками стихов? Мама, я, наверное, простужен. Холода бездушия кругом. Заросла моя земля полынью, без добра она и без любви. Мама, ну зачем я душу вынул, если люди спрятали свои? Им от этого самим не сладко. Мама, разве не молитва стих? Пишешь, словно молишься украдкой о хорошей доле для других. Слушай, я не мог тебя раньше где-нибудь видеть? Почему не мог? Мог? Может, вот там? А я-то думал, впервые родственную душу встретил. Ты просто мажор.
А я тут еще душу расковыривал. Вот ты думаешь, у меня все есть, да? Да, у меня нету. Это все иллюзия, придуманная продюсерами. И ты в нее веришь. Этим миром правят бабки. Люди вкладывают деньги, чтобы заработать еще больше денег. Только инструменты у всех разные. В данном случае я инструмент. Понимаешь, Димон, шоу-бизнес, он для того и нужен, чтобы доказывать не то, какой ты есть, а то, каким тебя представляют. Я не они. И никогда не буду таким, как они. Вот ты спрашивал, есть ли у меня мечта, так вот слушай мою мечту! Я поставлю этот мир на колени. Чего бы это мне не стоило. Вот ты борешься для того, чтобы доказать что-то. Можешь представить себе человека, который никогда ни с кем не борется, никогда никому ничего не доказывает, а борется только с судьбой. И ему почему-то нужно прикладывать огромные усилия для того, чтобы элементарно быть на уровне большинства. Чтобы просто жить. Хоть и никогда не сможет получить то, что другим дается просто от рождения. Почему? Почему так? Не это ищете? Что, верни по-хорошему, а? Иди забери. Батя, тут стоит косяк! Все. Не слышу, извинили! Извини, все, извини! Вы что творите? Чем я вас обидел? Тебя конкретно? Ничем. Почему вы пределите? А? Может, тебе ключи от дома, где деньги лежат? А? Да ладно тебе. Дай ему закурить. Вот так, Димон. Либо ты нагибаешь, либо тебя. Давай, за победу.
Дим. Дим, ты чё? Прости. Пацаны, все нормально, стоп. Ну что, иди, иди. Подошел сюда, давай. 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 Ну, что? Что, много собралось, да? Че, слышь? Сюда подошел. Стойте. Ну все ж по-честному было. Рот закрой. Сначала вы его побили, потом он вас, ну. Берите нож, мы извинимся. Нахрена ты этого мелкого сюда припер? Троните малого, убью. Ну все. Мы безоружны. Ну что мы еще надо? Хотите, чтоб я на колени стал? Я стану. Извинюсь. Простите нас. Дима, встань. Да хрена тебе это надо? Чего ты за него вписываешься? Он тебе брат, что ли? Да хрена ты это делаешь? Ладно. Последок капли по стеклу. Сквозное действие альбома на пятом ладу. Я проведу параллель под вышесказанным и подчеркну. Мысли на бумаге фразами. Знаешь, но мы тут все люди искусства. Искусно лепим то, что называют словом чувство. Переполненный багажник знаний, да только не тех. Кричал спасите, но в ответ услышал громкий смех. Каждый день дает тут свой разбег. Кто-то выбрал на столе, а кто-то в парке снег. Приоритеты расставил ответ. Пиздец за спинами, тут мастаков хватает, а в глазах их нет. Жизнь как один куплет, полон подтекстов, грубых слов и бед. Понять под старость лет, он был рожден, чтобы пройти свой оставить след. Невидимый защитник, забери меня к себе. Там, где вершители судеб дают обет молчания, левую руку чешет дядька, давший обещания. Клубок по встречной покатился, назад не вернусь. Не осуждайте судьи, скажешь тоже, ну и пусть. А напоследок я скажу о главном. За 3 минуты время нам, стало быть, станет камнем. А напоследок я оставлю грусть. Не осуждайте судьи, скажешь тоже, ну и пожалуйста, я тебя прошу, пожалуйста, вставай.
музыку. Да. Алло, скорая. Здесь человек ранен. Мост над вокзалом. Да какая разница, я не знаю, десятки, что мост над вокзалом. Ну здесь наживой. Я вас прошу, быстрее приезжайте, пожалуйста. Брать, не закрывай! Не закрывай! Сейчас, сейчас приеду. Сейчас. Все будет хорошо. Все, 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 все. Врач. Где ты был? Мам, я ездил, гулял у вокзала. Что ты там делал? Мне хотелось побыть одному. И как-то хотелось к людям, хотелось туда, где люди.